Так, что-то выключилась камера. Вот, делаю я альбом в проекте с Леной Босс «Недоделки». Да, и опять-таки это был альбом по мастер-классу, по совместному проекту с Леной Босс. Звуки музыки. Что? Я уже нарезала там странички, и, в общем-то, на этом практически все закончилось, потому что, ну, не знаю, во-первых, времени не было, во-вторых, что-то как-то угасло желание, хотя жалко, что я уже начала делать и приобрела доступ к этому мастер-классу, поэтому решила я его доделать. Вот это первый у меня разворотик вот так вот, да. То есть там с гитарой, кто не видел альбом у Елены с гитарой, вот. Я думаю, что я здесь сделаю фиолетовые вот такие вот сиреневые уголочки. У меня есть нож уголки. Я вот здесь их сделаю и также здесь сделаю. А здесь магнита у меня, к сожалению, тю-тю, нету. Поэтому вот сюда буду делать или сюда. Скорее всего, вот сюда вниз буду делать за анкер. Вот, и вторая страничка. Ну, я, в общем, всего по чуть-чуть только начала. Вот приклеила одну подложечку. Здесь тоже сделаю уголочки. Единственный у меня нюанс. Я не понимаю, правильно ли я клею, потому что я не помню, как ноты должны быть. Так или в обратном порядке. Возможно, и нужно так. Но с другой стороны, буквы, вот они вроде так идут. Вот. И вот такой вот кармашек клеится у меня. Вот. И сейчас, а на второй разворот там какая-то, как тоже гитара. Надо будет ее вырезать.